Вы знаете, это парадоксально, но многие мои друзья, которые впервые бывают у нас в городе, говорят, что в Николаеве особенный темпоритм. Слушайте, действительно интересно, кто или что формирует в нашем городе время? На самом деле все очень просто. Центральная площадь, центральные часы, туда и отправляемся. Площадь Соборная. Каждый день здесь проходят тысячи людей. Их встречают и провожают главные центральные часы нашего города. Как давно они здесь установлены, мы сейчас узнаем. Впервые на городской площади в Николаеве часы появились после строительства магистрата, после 1793 года. Магистрат стоял вот как раз вот здесь, по центру площади, и часы, можно сказать, располагались точно там, где когда-то стоял памятник Ленину, а сейчас его остатки. Вторые часы, это очень интересная история, видны на различных открытках и дореволюционных фотографиях Адмиралтейского собора. На колокольне Адмиралтейского собора появились эти часы, но на более поздних фотографиях их уже нет. Непонятно, куда они делись, когда появились, документов об этом не сохранилось. Но, видимо, была сложность именно в механизме завода часов, потому что все-таки нужна была определенная высота колокольни для того, чтобы часы нормально работали. Но, увы, этого не было, и часы, наверное, убрали. После Великой Отечественной войны в Николаеве на городской площади появились очень интересные электронные часы, совмещенные с газоном. Сохранилось пару фотографий буквально. Находились они вот прямо вот здесь, на вот этом небольшом подъеме холма. Были расположены две огромные цифры, вокруг которых высаживались красивые цветочки. Ну и после этого, когда было закончено строительство здания главпочтамта в Николаеве, на его почти на крыше появились, вот на центральном портале здания, появились огромные электронные часы, которые были видны горожанам даже из Соляных, когда вот возвращались с пляжа со стрелки. Ну и самые свежие, самые последние часы расположены на здании горосполкома. Это уже 21 век, скажем так, определенная электроника, уже современность. Хотелось бы, конечно, чтобы они были выше расположены, все-таки вот под основным порталом здания, под шпилем. Ну, увы, их поставили там, где поставили. Скажу честно, когда-то наблюдал очень интересную картину, когда эти часы шли в обратную сторону. С чем это было связано, не знаю, наверное, с каким-то техническим... мистика не мистика, да, но крутились стрелки очень резво в обратную сторону, хотелось записать, но, увы, был вечер, не получилось. Кстати, есть еще свидетели такого своеобразного хода часов. 6 лет назад на сайте «Преступности нет» жительница Николаева разместила статью, где рассказывает, что тоже заметила обратный ход центральных часов. «Они сейчас развернутся и станут правильно», — сказала работница горсовета, которая выходила в тот момент из здания. Потом охранник также подтвердил связь часов с космосом. Они со спутником связаны, с космосом. Уже звонили туда, сейчас все станет на свои места, — объяснил мужчина. То, что сейчас происходит, свидетельствует о том, что будет дождь или гроза. Они предвещают плохую погоду. Аномалии, которые происходят вверху, потом отображаются на часах. В итоге они выравниваются и идут нормально. Верить в это или нет, сложно сказать. Все зависит от того, под каким углом зрения рассматривать эту историю. Хотя, возможно, просто нужно заменить механизм часов. Эти часы появились, насколько я помню, уже в начале 21 века, в бытность мэром Владимира Дмитриевича Чайки. Появились часы здесь, и одновременно появились часы на всех райисполкомах города Николаева. Вот интересно, да, что эти часы все-таки бьют. Вот, появился настоящий звон. Вот. Ну, звон интересный, это, конечно, не куранты, но тем не менее. Идут, бьют с 7 утра, по-моему, до 11 ночи. Да, ночью они не бьют. Идет Николаев в ногу со временем. Немножко, я бы сказал, запаздывает. Хотелось бы, конечно, чтобы в Николаеве, допустим, может быть, появилась городская башня с какими-нибудь часами, возможно, с электронными. Все-таки городские часы – это атрибут, который, показывает действительно, наверное, время города. Если в городе есть городские часы,
Да, значит, все-таки город движется, город развивается. Я думаю, что мы идем вперед, и хорошо, что тут появились такие часы, которые отсчитывают время, отбивают время. Друзья, мне посчастливилось пробраться вот прямо к часам. Скажу вам, что ощущения невероятные, но, правда, немного ноги трясутся, потому что мне страшно. Но я могу с уверенностью сказать, Николаев идет в ногу со временем. В городе 512. Оставайтесь с нами.